Ром пор ром бом бом пором пором бом 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 пором 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 весело. Весело. И нашим девчонкам в Новый год на дежурстве. Ну, кайф! Кайф, конечно. Сначала ты их на эту дежурство под Новый год упёк, а потом ходишь веселишь Власов. Это да, молодец. Упёк за дело. И потом кто-то в Новый год должен стоять на дежурстве. Конечно, должен. А в Новый год должно быть, чтоб весело всем. Вот должно. Так. Пропадает молодость. Чего? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чья молодость пропадает в глуши? Знаете, Власов, моя молодость пропадает в этой глуши. Сколько раз ты мне обещал с генералом поговорить о переводе в Москву, а? Машке нужно приличное образование получать. У него вон какие способности к языкам открылись, а мы здесь с тобой сидим. Слушай, ну, для начала нужно, чтобы меня восстановили в звании. Ой, ну пусть восстановят, Власов. Пусть восстановят, пусть. Телефон. Телефон. Майор Власов. Happy New Year, sir. Ой, доченька, это Машка. Ну, как ты там поживаешь? Как наш Лондон? Лондон как Лондон. 5 o'clock tea. Марусь, Марусь, скажи, пожалуйста, а семья нормальная для проживания попалась? Занятий не очень много, не устаешь? Кормят, хорошо, тебе нравится, Машка? Куда я? Подожди, подожди, отставить. Don't worry, be happy. Папка, вы на часы смотрите. У вас 3 минуты до Нового года. Как 3 минуты? Опять в форме. Так, слушай, я в форме этот Новый год праздновать не буду. Как встретишь его, так и проведешь. Точно. Слушай, 3 минуты, действительно. Ты мое желание выполнил? Желание? А какое из? У тебя этих желаний... Власов, помоги мне платье застегнуть. Да-да-да, я сейчас. Закрутились, товарищ майор? А кто мне перед отъездом желание продумал? Закрутиться, доченька. А в шахматы? Если забыл, напоминаю. С 1 января Нового года я хочу, чтобы у меня была мама. С Новым годом! Ладно, ну что, мне с собой, что ли, шампанское открывать? Сейчас. Успеем, успеем. Ну, открывай! Что? Наташа, я хотел еще до Нового года. Молчи, Влас. Просто молчи. Молчу. Молчит он. Давай шампанское. С Новым годом. С новым счастьем. И пусть это. Ой, Власов, ты мне уже 3 года подряд ты счастья желаешь. Толку-то? Дорогая моя Наташа. Телефон, Власов. Не сейчас, муха. Какая муха, цикатуха? Майор Власов, выбирайте выражение. Здравия желаю, товарищ генерал. У меня для тебя есть хороший новогодний подарок. В связи с тем, что веренная тебе часть проявила хорошие результаты, ты восстанавливаешься в звании подполковника. Поздравляю.
служу России, товарищ генерал. А вот теперь для тебя новость. Ты временно переводишься в другую часть. Приказ о назначении получишь по прибытии. Прямо в аэропорту. Завтра утром вылетаешь первым же самолетом в Москву. А? С Новым годом. И вас. С Новым годом. Генерал звонил. Я в курсе. Меня в звании восстановили. В каком? Подполковника. Да ты что, Гриш? Я тебя поздравляю, мой хороший. Ой, ты прости, что я так психанула, Гришенька. Ну, шампанское, конечно, оно так резко, и платье жалко. Я же готовила его, Гришка. Дорогая моя Наташа, я хотела сейчас... Ты знаешь что? Ты же теперь можешь позвонить генералу и попросить его о том, чтобы тебя перевели в Москву, правда ведь? Правда, конечно. Ну, да давай, Гриш. Так он сам мне приказал это сделать. Ты что приказал-то, ну? Завтра отправиться первым же рейсом в Москву. Ты в Москву полетишь? Ты полетишь? Или мы полетим? Я полечу, а ты не полетишь. Понятно. Слушай, я тебя 300 раз уже просил, ну сбри ты эти дурацкие усы! Что? Где же оно? А, вот оно. Я так понял, ЗАГС отменяется. Да вы бы поспали, товарищ подполковник. Нам часа 4 ехать, не меньше. А что, так далеко от Москвы? Да не, километров 30. Сегодня пятница, пробки. Так на то и выйдет. Понятно. В доме Облонских. Разрешите? Товарищ генерал, подполковник Власов по вашему приказанию прибыл. Что? Подполковник. Удивлен, что сам генерал тебе часть передает. Не удивляйся. Ты о таких, как Слава, Женя, Валя, слышал? Никак нет, товарищ генерал. Нет, везет тебе. Весь генштаб от этих Слава, Женя, Валя в холодном поту, а он сидит у себя в глубинке на печке и в ус не дует. Ну, ничего. Кончилось твое везение, подполковник. Пошли. Учебная часть здесь элитная, недавно созданная. Вот, все условия. Ну, как обычно, проблемы. Понимаешь ты, 3 паршивых овцы все стадо портят. Пойдем, покажу. Вот теперь вся эта троица переходит в твое подчинение. Теперь ты будешь отвечать за все их выкрутасы по всей строгости. Товарищ генерал. Вчера нарядились в бесовские костюмы, сбежали в самоволку, навели шороху во всем городе. Так взять их и... Все не так просто. А в чем проблема-то? Сейчас увидишь. Надо пресекать такие вещи. И не горячись, не горячись. Thank you.
Что, и есть те самые слова Жени Вали? Майор. В ночь с 31 на 1 в городе на развалинах часовни были задержаны Валентина Шварц, 23 года, Владислава Базотова, 27 лет, Евгения Федотова, 25 лет. После чего задержанные, будучи одеты в гражданское, но имея при себе документы военнослужащих, спровоцировали драку наряда полиции с военным патрулем с угрозами применения табельного оружия с обеих сторон за право конвоировать задержанных. Нет, нет, я не могу. Как же так? Опять 27? Власов, Власов. Часть преимущественно женская. А другого специалиста по женской части, кроме тебя, у меня нет. Mm-hmm. Да. Твой предшественник с ними не совладал, подал в отставку. Но у тебя накоплен бесценный опыт. В общем так, ты приказ получил? Принимай командование. Майор. Представляю нового командира части. Подполковник Власов Григорий Николаевич. Прошу любить и жаловать. Начальник штаба Кузин Иван Ильич. Власов. Власов. И сюда. Вот это вот Снегурочка. Видишь, да? Внучка маршала Федотова, Евгения Федотова. А я лично маршалу обещал за ней присматривать. Внучка маршала служит в части. Ну, я ж тебе говорил, часть элитная. Генеральские сынки и маршальские внучки. Понятно. Что тебе понятно? Справишься с этими тремя мушкетершами? Можешь и семью сюда перевести поближе к Москве. А там, глядишь, и в Москву. Дочке твоей же надо учиться, Мухе. Говорят, у нее языки хорошо идут. В общем, подполковник, я на тебя рассчитываю. Слушаюсь, товарищ генерал. Так, и товарищи офицеры, чтобы в сводках о происшествиях я этих «Слава, Женя, Валя» больше не слышал. А к 23 февраля, чтобы все показатели вверенной вам части зашкаливали! Новый год натворил, во рту ни капли. Майор, к вечернему построению, чтоб были как огурцы. Представиться, старший прапорщик Зайцева Ляля. Как, скажи, как я из этих зайцев сделаю огурцы? Были бы мужики, но я бы... Тут в фермерском хозяйстве есть банька. Фермер мой сводный брат, Антон Стрельников. Их бы туда, в парилку на часок, вся бы дурь вышла. В парилку, говоришь? Давай парилку. Поехали, посмотрим. А вечером я им собственную баню устрою. Сибирскую. Привет. Братишка! Привет! Извини, что так поздно. А, подполковник Власов Георгий Иванович. А, мой брат Антон Степанович. Он готов нам помочь. Чего ж, Степанович, можно просто Антон? Григорий Николаевич. Ну что, дуй за девчонками. Только о том, что я новый командир части, молчок. Понятно? Слушаюсь. Скажите, что я сезонный рабочий. И форму их захватите. Найдется у вас, Антон, пара валенок? Найдется. Хорошего человека и зиму на не жалко. Пойдемте. Ну что ж, а я как раз пока дров наколю. Алло? Машка, привет! И тебя с наступившим. А с чем нас можно еще поздравить? Нет, папы нет, он в Москву улетел. Ой, Маруся, как бы он там со своим характером дров не ломал. Слава! Сегодня на вечерней проверке будут представлять нового командира части. Мне начинать службу со скандала ни к чему. Вы поняли?
Быстро в парилку, переодеться в форму и вечером на построение. Варя! Так вот. Так что марш в ванне, чтобы через час были как огурцы. А что, губы не были? Посмотрим. Вперед, вперед! Я сама. Ну идите уже, холодно. Сестренки, чайку не желаете с травами? Да. Держи. Чашки возьми. Все, 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 все. Вот, угощайте. Все натуральное, собственного производства. Своего огорода, со своей пасеки. Угощайтесь. Чай. С травяного сбора. Медок. После бани самое то. Это надо не на стол ставить, а в баню приносить. Не помешаю? Нет, конечно. А вы откуда? С севера. А вы надолго? Не знаю еще. Надеюсь, что не надолго. А вы женаты? Женат. И что, дети есть? И дети есть. Так, чай допиваем и поедем. Так точно, товарищ старший прапорщик. Слушайте, ваши приказы, ну, хуже горькой речи. Нет, хуже подполковника речи. А чем этот подполковник так вам не угодил? Да, попил кровушки у нас. Нет, вечно, когда в наряд отправлял, меня заставлял картошку чистить. Так у меня после этого пальцы не разгибаются, а маникюру вообще хана. А меня заставлял посуду мыть. У меня кожа на руках всех трескалась, никакие даже крема не помогали. Не, я больше всего терпеть не могла, когда он меня этого Толстого заставлял на ключе набирать. Ну уж очень он его любил. У нас, счастье, есть собака, Пистон. Ну, сокращенно от Пэрис Хилтон. Угу. Так Женька этого Пистона фосфорицинной краской как-то намазала. Как это? Товарищ, будете мед? Не откажусь. Да, а Редькин на Буцефале в часть приехал. Пистон бежит, лает в темноте, светится. Буцефал на дыбы, с ним только Егоров может справиться. И Редькин бац на плац, в общем, ногу сломал. Ну, естественно, рапорт написал. Слушай, а мне кажется, что на его место Кузина назначит. Ну, мы-то уж с ним точно расправимся. У нас к нему особый подход есть. Что за подход? Женский, через Бубенцова. Так, все, встаем, собираемся, а то на построение опоздаем. Быстро! Ну, девочки, пойдем. Веселая у вас часть. Спасибо за приятную компанию! Да, надеюсь, до скорой встречи! Ну что ж, спасибо за хлеб, за соль. Как бы мне теперь самому до части добраться? Есть варианты? Так они на машине по дороге поехали. А это большой крюк. Вы мой транспорт возьмите. Он по тропинке через лес вас доставит. Буцефал! Да-да-да. А потом сам домой вернется. Равнясь! Смирно! Голос. Равнение! Налево! Александра Егорова, примите коня.
Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Первая рота на месте! Остальные налево! Шагаем! Марш! Командованием мне было доложено о многочисленных дисциплинарных нарушениях. Но ничего, с этого момента за дисциплиной буду следить я. Лично. И никаких нарушений дисциплины я не потерплю. Спать в наряде. Пропускать учебное занятие. Оставлять самовольно часть. Как всем известный Валя Слава Женя, я не позволю. Майор Козин, поручаю вам провести проверку всех фактов нарушения дисциплины и доложить. Есть. Федотова, Базотова и Шварц, жду вас у себя в кабинете. Остальным разойдись! Как же так? Умные, продвинутые, самые-самые здесь. И решили, что любого можете сосвету сжить. И тут вдруг раз, и первому встречному все взяли и выложили. Вы что ж думаете, что вам ваши ночные похождения сойдут с рук? Объявляю всем троим, отряд нарядом не очереди. Есть ли нарядом не очереди? Курсант Шварц. Чистить корнеплоды. Курсант Базотова. Мыть посуду на Балтике. А курсанту Федотовой отдельное задание. Угу. Наберете на ключе первую главу Анны Карениной. Не успеете до отбоя. Продолжите после отбоя. Налево. Шаговым марш. Дверь. Все счастливые семьи похожи друг на друга. ЗПТ. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. ТЧК. Это точно. С чего начнем осмотр? С классов, с казармы или с узла связи? С узла связи. Оставим узел связи на десерт. Начнем со столовой, пожалуй. Пожалуйста. Тут. А это что? Вам картошечка. Это что? Ну что ж. Чтоб блестело, как у кота шерстка.
Знакомьтесь, это наш новый командир части, подполковник Власов Григорий Николаевич. А это наш самый главный человек на кухне, Степановна. Степановна, здрасте. Николаевич, здрасте. Очень приятно. Ну, как у вас тут? Нормально. Николаевич, может быть, хоть вы мне поможете? Это самое, не в смысле их кормить нечем. Продукты есть, но они не для женских желудков. Вот понюхайте. Не хватает фруктов, овощей, понимаете? Вы бы разжились на соседнем фермерском хозяйстве, не знаю, огурчиками, помидорчиками, грибочками, ягодками, метком. Да я ему 100 раз уже говорила. 100 раз? Разберемся. Я думаю, фермер парень запасливый, все найдется. Но наши солдаты ему за это пасеку восстановят. Дров наколят на всю зиму. Ой, да где эти солдаты? Вот я как раз вам двух бойцов в помощи привел. Азотову и Шварц. Угу. У меня маленькая просьба. Даже не приказ, а так просьба. К картошке и к посуде, кроме них, никого не допускать. Угу. Угу. Ну, дай вам, Господи, сил совладать с этими чертовками. Совладаем, совладаем. Ну, а вы, товарищ майор, попробуйте обернуть во благо наличие в части маршальской внучки. Доведите эту информацию невзначай до служб снабжения продовольствием. Может, что-нибудь изменится. А на выполнение доложите. Есть. Лизка, бубенчик, вам платье мое нравится? Нате, дарю. Хороший гуталин. Будем действовать по отработанной схеме. Может, постучать? Чай не в женской бане. Отставить. Угу. Угу. Кругом. Понятно. Так, кругом. Фамилия? Курсант Бубенцова. Курсант Егорова. Вот что я вам скажу, курсант Бубенцова. Синтетика вам не идет. Только кожу свою прелестную натрете. Носите лучше ХБ. Форма вам к лицу. А синтетику пусть носят те, кому и натирать-то нечего. У кого 2 прищика и попка с кулачок. Ну как, курсант Федотова? Как поживает наш Лев Николаевич? Половину первой главы я уже отстучала. Хотите послушать? Ну возьмите, послушайте, чтобы не было сомнений, что это я сама отстучала. Майор, проверьте курсанты. Так точно. На твердую троечку, товарищ подполковник. Это вам, курсант Бубенцова, не собак краской мазать. Да уж. Ну что ж, продолжайте, курсант Федотова. И наденьте наушники, чтобы слышать себя в эфире. Наденьте наушники. Вот так. Поплотнее. Хорошо. А что, муха звонила? И что сказала? Ну, хорошо. Ну, у меня все в порядке, терпимо. Есть тут, правда, одна троица. Слава, Валя, Женя. Все стадо портит. Овцы паршивые. Генеральские отпрыски. А, почти угадала. Маршальские внучки. Маршальские внучки?
А ты-то здесь, Власов, каким боком? Да что, генерал что-то о тебе такое знает, чего я не разглядела? Мама дорогая. Да что во мне разглядывать? Ладно, давай. Будет время, перезвоню. Целую. Внучки. Были б внучки. Да, хороший Гуталин. Не оттирается. Как он только гад догадался. Я эту картошку вообще видеть не могу. Мешка два, наверное, почистила. Слушай, у меня пальцы онемели в холодной воде всю эту посуду мыть. А Степан все подносит и подносит. Я в конце думала, просто разревусь. И когда 5 часов стукнула, вон, фартук и убежала. Ну а что теперь жаловаться? Сами ему и рассказали про то, что мы терпеть не можем. Нам надо нащупать его слабые места. Что мы про него знаем? То, что он с севера, жена, дочка у него. Скучает по ним, наверное. Да, девочки, вас бы сюда сейчас. Ведь, Муха, ни одно Рождество без тебя не встречал. Надо его сначала в себя влюбить, чтобы он голову потерял, про семью свою забыл, а потом отвергнуть. Вот это будет месть. Ничего, надо взять себя в руки. Вал отжался. Слава, Женя, Валя, Слава, Женя, Валя. Нет, ну если для дела нужно, то я в принципе не против, чтобы Власова в меня влюбили. Нет, Славочка, мы Власова будем влюблять в меня. А почему это в тебя? А потому что ты деморализована противником и не сможешь нанести удар в нужный момент. А вот интересно, а как ты его в себя влюбишь, если он тебе даже не нравится? Славочка, женщина готова на многое, чтобы заполучить мужчину. И пойдет на все, чтобы его уничтожить. Не, ну правда, он староват для меня. Усы у него противные. Нормальные усы. Применим тактику. Продвинем боем. Ну, держитесь, девочки. Равняйся! Смирно! Равнение налево! Детёнки, смотри! Товарищ подполковник, личный состав 147-го узла связи по вашему приказанию построен. А полковник-то наш совсем не старый? Да уж, без усов ему гораздо лучше. Здравствуйте, товарищи! Здрасте! Отставить! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! А то не лед трещит, а не комар пищит. Это кумкуме судака тащит. Эх! О! Время! Так-так-так. Плохо, товарищи курсанты. Очень плохо. До норматива вам еще. Как вшивому до бани. Ну что ж, повторим попытку. Время! Ах ты, ёшечка, ах, Петрушечка, а поцелуй меня, а меня, Дошечка! Можно не петь? Фамилия? Курсант Егорова. Извините, товарищ подполковник, но под ваше пение невозможно сосредоточиться. Прямо в точку. Молодец, курсант Егорова. Мне ведь медведь не только на ухо наступил, он ведь там еще и Комаринского сплясал. Поэтому если вы под мой аккомпанемент уложитесь в норматив, то и в бою не оплошайте. Повторим попытку. Время! Тонет ветер, ветку клонит, не веду бравушка шумит. Отставить. Ко мне дролечка приходит лишь читать нотации. В бунных книжках я прочла, это сублимация. Время! Разрешите еще раз, товарищ подполковник? Отставить порчу оружия. Все, на сегодня свободны. Занятия окончены.
Извела меня, подруга! Ничего. Я вам покажу сублимацию. Хватит уже, хватит. Так, что будете кушать? Котлеты или курицу? А что сегодня вкуснее получилось? Не знаю, я не пробовала. У меня пост. Да, сегодня сочельник, завтра Рождество, и ничего скоромного нельзя кушать до первой звезды. Вот только сочиво и кутью. Потому что сытое брюхо к молитвам глухо. А вот вам от меня. Пожалуйста. Так ты, значит, Степанна, сама ведешь жизнь праведную. Да. А весь личный состав собираешься бесовскими котлетами накормить? Тебе самой за это в аду вертеться на сковородке. Пресвятая Богородица! Ой, ты что затеяла? Ты что вообще? Увидишь сейчас. Никто не зайдет в эти врата до первой звезды! До первой звезды нельзя ничего кушать скоромного! Степановна! Не дам оскоромиться никого! Ты чего здесь будешь? Это что, бунт? Да! Ты что? Уйди! Уйди! Да, ну, ты чего? Я... Уйди! Не доводи до греха, а то сейчас как огрею! Послушай, Степановна, пост. Личное дело каждого. Вон Хабибуллин, он вообще мусульманин. И что ему теперь? С голоду помирать? А ему не положено вообще свиных котлет. Уйди! А ну, отдайте! Уйди, давай, я перестань! Прокляну. Да вы что, с ума здесь подсходили все? Что, майор? Страна не пущу никого! Чем пока испугался? Я? А нет, я. Давай, бери бойцов и жить эту боярыню Морозову. Да точно. Пущу. До утра в холодную. Ироны. Личный состав накормить. Не дам. Выдать всем по котлете. Не дам никому здоровья. Есть по котлете. Полковник, не давай ни до греха. Прокляну. По две котлеты. Есть. А Хабибуллину овощной рагу. Никого не пущу. Куда? А давайте расходитесь все. До первой звезды никто не проходит сюда. Вам мы только в пост. Мясное жрать. Беги, Степаша, беги. Бегом, бегом. Ага, заходи. Никого не пущу. Уйди, паразит. Давай, давай, тащи. Тяни ее туда. Степановна. Мы 40-40 на дембеля служили! Уйдите, гады! Уйдите, гады! Непонятно вам, что египетская! Итак, переходим к различным способам передачи сигналов. А именно, при помощи фальшфейера и с помощью ракетницы. Три красные ракеты, выпущенные через равные короткие промежутки времени, означает, что кто-то терпит бедствие. А не могли бы вы рассказать про историю связи? Ну, например, Наполеона с Жозефиной? Конечно. В походах Наполеон Бонапарте поддерживал связь с Жозефиной Багарне при помощи почтовых голубей. Но так как у нас в части голубей нет, одни голубки, то на практической части занятия мы будем налаживать связь менее романтическим способом, то есть через право, да. Азотова, Федотова, Шварц. Слушайте мое задание, голубки. В течение часа вы должны обеспечить надежный канал связи с фермерским поселением Антона Стрельникова. Предупреждаю, вокруг части работают глушилки, поэтому беспроводные системы даже не рассматриваются. Но это же не меньше 8 километров кабеля. Мы не дотащим. Ну, а если напрямки через лес? Не более 3 километров? Да справитесь, дотащите, дотащите. Старший прапорщик Зайцева, через час Антон Стрельников должен поднять трубку на том конце провода.
А вы проконтролируйте выполнение задания в точке назначения. Итак, время пошло. Время пошло! Слава, помоги мне! Идите дальше, я соединю. Ну давай, давай, давай. Ну-ка. Мама! Давай, 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 давай. А, алло? Антон? Антон Стрельников. Передай девочкам, что задание выполнено. Наряды отменены. Задание выполнено. Наряды отменены. Молодцы. Докладываю, товарищ генерал. Часть функционирует нормально. Порядок и дисциплина восстановлены. Молодец. Ну, а как там наши пресловутые Слава, Валя, Женя? Загружены работой. Последний месяц без инцидентов. Ты там построже с ними. Ну и поделикатнее. Жаловаться, наверное, не буду? Никак нет, товарищ генерал. Курсанты довольны. На занятиях песни поют. Какие еще песни? Народные. Товарищ генерал, разрешите на выходные домой. Муха курсы английского закончила. Домой возвращается. И с Наташей как-то не по-человечески простился. А тут на носу День Святого Валентина. Чей день? Влюбленных. А, ну раз такое дело, то, конечно... Тем более, что и в части у тебя целый месяц все в порядке. Да? Ну, хорошо. Даю тебе 2 дня, не больше. Управишься? Так точно. Действуй. Дети, прошу внимания. По дороге из Шереметьево в аэропорт Внуково мы пересечем с севера на юг столицу нашей родины, город-герой Москва. Вы увидите Кремль, памятник Петру Первому, храм Христа Спасителя. В Москве расположена самая высокая телефонная... Сейчас. Власов, ну ты где? Наташа, это я. А что, папа еще не прилетел? Ой, Машка, привет! Нет, жду с минуты на минуту. А ты сама где? Я уже в Москве. Как в Москве? У меня все по плану. У нас трансфер в другой аэропорт. Это вас, взрослых, без присмотра оставить нельзя. К вечеру буду дома. Да ты что, арийс какой? Мы с папой тебя встретим. Ждем, пока. Вообще, это как-то странно. В День Святого Валентина эти колядки устраивать. А когда нам их еще устраивать, если товарищ полковник нам после бунта Степановны вместо колядок марш-бросок устроил? Надо же нам как-то девушкам женихов искать. Даже Резькин такого не позволял. Ну, а этот твой? Никакой не мой. Нет, ну правда. Калядовать не дал, старый Новый год запретил. А на крещение Степану загодя на губу отправил. Слушайте, это вообще наше счастье, что этот сухарь про День Святого Валентина ничего не знает. Теперь узнает, особенно когда мы вырядимся во все это. А как ты собралась, в форме, что ли, калядовать? Мы и так этой формой всех женихов распугали. Вот молодец. Наша Женька здорово придумала. Да, и День Святого Валентина справим и поколядуем. О, отлично, давай валить в одну кучу. Егор, вот чё ты молчишь? Ой, горе не беда, уродилась коляда. Кто не даст нам пирога, мы коровы за рога. Кто не даст нам пятачок, тому шею на бочок. Что, билет на самолет, товарищ подполковник? А, спасибо, можешь идти. Есть.
Хорошо. Так, Ласов. Так. Черт. Запустил помещение, Власов. Ну, ничего. До самолета еще далеко. Влажная уборка помещения. Дежурный! Швабру, тряпку, ведро! Ну, эти сопливые штучки. Сердечки, любови, моркови. Повелась я на ваши уговоры. Делать мне больше нечего. Нет, что это за праздник такой, интересно? Нет такого праздника в христианстве. Ну, Женька, любого уговоришь. Да какие тут уговоры, Степанна? Личный приказ товарища Власова. Набить Валентину в 10 поддонов и торжественно отпраздновать День всех влюбленных, чтобы пусто было. Ну, пока жена не приехала. Паша! Куры готовы! Я сам. Я сам. Ну, начнем, пожалуй. Так. Налетай, барышни-крестьянки, разбирай валентинки! Опа! Нам Степанна еще 7 противней напечет. Я договорилась. Как классно раньше все-таки бабы одевались. Ну так, а че стоим? Ну-ка, марш переодеваться! Апельсины, мандарины и печенье, корзины. Поздравляю всех мужчин с днем Святого Валентина. Порядок. Девочки, вы что? Товарищ подполковник, поздравляем вас с днем всех влюбленных. Желаем вам счастья, здоровья, любви. Смотрите, я же... Отставить! Выбор! Отставить, колядки. Присядем на дорожку. За что? Да бегом, я сказал, ну!
Иди сюда! Мама, помилуй, дурочка! Черт! Черт! Ну что здесь происходит? Что это такое? А? И почему все не по форме? Ну-ка быстро переодеться и вычерпывать воду. Так точно. А я пойду перекрою стояк. Есть. К крану. Не подходить. Стояк я перекрыл. Но тепленькой какое-то время не будет. Завтра рапорт о случившемся. Есть рапорт. А где эта Снегурка? Она ногу ошпарила. Ногу она ошпарила. А я из-за вас на самолет опоздал. Ну ничего, ничего. Теперь лафа кончилась. Девочки. Наташа, я опоздал на самолет. У нас тут потоп. В общем, я сегодня не приеду. А что, Муха, звонила? Звонила, звонила. Власов, ты мне лучше сразу правду скажи. У тебя что, появилась другая женщина? Да какая женщина? Это же воинская часть. Ну, какая женщина? У нас тут тоже военная часть, только одни бабы служат. Ну что, усы уже сбрил? Слушай, а при чем тут усы? Усы тут совершенно ни при чем. Слушай, ты тут на пару верст ни одной женщины. Ну, я тебе, ну, честно, причем. Что? Не умеешь ты врать, Власов. Слушай, я так соскучился по тебе. Так скучаю. Правда? Но если не получится, может, я к тебе? Увольнительную мне подпишут. Да нет, зачем же? Я скоро и так вернусь. 23-й не за горами. А Муху надо встретить, в школу опять же отправить. И связь тут плохо ловит. Я перезвоню. Но если папа не летит домой к Мухе, то Муха летит в гости к папе. 503 метра. Безоблачную погоду. Здравствуйте, товарищ генерал. Это Муха. Я тут проездом в Москве. Не желаете ли партийку в шахматы? Вот и прекрасно. Через час я у вас. Слушаюсь, товарищ генерал. Вы не могли бы подбросить меня до генштаба? Это с Кремлем совсем рядом. Мне позвонил командующий. У меня есть для него очень важная информация от британского резидента. Хорошо. Так. А вы папе позвонили? Да, он уже едет. Вот так я хожу. Ну тогда вам шах и мат. Да. Что, седьмой раз уже, что ли? Карточный долг, товарищ генерал. Долг чести, а шахматный тем более. Вы мне должны еще одно желание. Ну, хорошо. Чего ты хочешь? Загадывай. Ну, еще не знаю, но моя интуиция подсказывает, что вы мне обязательно пригодитесь. Разрешите, товарищ генерал? Да, заходи. Вот и папка. Вот. Спасибо, что приютили, так сказать. Так, разве ж ей откажешь? Забирай свое чудо. Ты как здесь очутилась? На школьном автобусе доехала. Я имею в виду в Москве, а как очутилась? На школьном автобусе. Ну-ка. Мне Наташа сказала, что ты на самолет опоздал. Давай. Вот я и подумала, что ты по мне соскучился сильно. А у моего папки так много работы, что даже позвонить некогда. А я и соскучился. Я очень соскучился. Пойдем. И ответь мне, плиз, на один вопрос. Все вопросы потом. Давай, дуй. Дети, товарищ генерал. Я понимаю, да. Удачи. Дуй. Ой, маленькие детки, маленькие бедки. В качестве предварительного наказания я с тобой не разговариваю двое суток. Нет, ты ответь, плиз. Почему ты свое обещание не выполнил? Что в этот раз тебе помешало? Бабушкино кольцо потерял? Времени не нашлось? Духу не хватило? Алло, Наташа?
Что, что случилось? Отчего ты плачешь? Муха пропала. Довел девушку. Да никуда она не делась. Вот сидит напротив меня. Как напротив? Ой, Наташа, да я забыла предупредить. Тетя Наташа, простите меня! Власов, ну вы что, сговорились, что ли? Ты не прилетел, Машка не прилетела. Я сижу здесь одна, как дура, наготовила столько всего. Я сам ничего не знал. Свалилась, как снег на голову. Час назад генерал позвонил, сказал, забирайте вашу дочь. Она у меня. Твоя дочь, Власов, не моя. Я официально к вашей семье вообще никакого отношения не имею. Неправда. Ты тоже наша семья. Как же так? Ты нам как... Ну как кто, Власов? Домработница? Повариха? Ну кто, уборщица? Скажи прямо сейчас. Муха. Говори, ты пообещал. Пообещал? Наташа, выходи за меня замуж. Согласна? Ну, конечно, согласна, Власов. Сейчас только фату накрахмалю и лимузин закажу. Папочка, я наказана. Ты со мной не разговариваешь. Обещал я. Осторожно. Девочка, ты чья? Ничья. Как только не отставать, догоняй. Ух ты. Картинка явно из Мурзилки. Стоп, стоп. Пойдем. Игрушка. Ты подсматривал. Ты знал. Кузин, здесь Власов. Майор, ты дома? Так точно, товарищ подполковник. Выйди на секунду. Дело есть. Вот знакомься. Моя дочь Маша. Власова Мария Григорьевна. Кузин. Майор Иван Ильич. Вот и замечательно. Машка посидит у тебя. Понял. Полчасика. Так точно. Мне одно дельце нужно провернуть. Что за натюрморт в моей комнате? А у меня, можно сказать, сегодня второй день рождения. Вы помогли спасти мне лицо и все остальное. Без вас я бы не выжила. А так, только ногу ошпарила. Ну-ка, лежать смирно. Так точно, товарищ полковник. Смирно, я сказал. Так, сейчас. Давайте я сама. А теперь встать. А куда вы меня несете, Григорий Николаевич? Транспортирую больного в лазарет. Похоже, травма серьезная. Григорий Иванович, ну зачем вы так? Я так старалась, а вы меня прямо из-за стола и в санчасть. Я же вижу, как вам не хватает женского внимания. Да перестаньте. Ну, простите все мои шалости. Это же все из-за того, что вы совершенно меня не замечаете. Да что, с ума сошли, что ли? Товарищ старший прапорщик, ко мне. Вот, примите больную и доставьте в лазарет. В лазарет! Слушаюсь, товарищ подполковник. Ты что творишь? Он же женат, ты его из семьи уводишь. А может, я его люблю без памяти? И жить без него не могу. А что я могу с ним поделать? Я не знаю, что ты собираешься с этим делать, но знаю, что я этого не понимаю и не одобряю. И больше я с тобой общаться не буду. Ты отныне мне враг. Неси давай в лазарет. Марину рани. Ну что же вы такой невнимательный, товарищ майор? Шах и мат. А?
Теперь вы должны будете исполнить любое мое желание. Какое желание? Пока не знаю. Придумаю, скажу. Спасибо, майор. Муха со мной. Бегом! Шахматный долг, долг чести. Я понял. Будь здоров. Ой, папочка, ты готовил мне сюрприз. Спасибо, я такая голодная. Так, с яблоком, а это с чем? С капустой, мои любимые. Спасибо. Что? Товарищ полковник, значит, ранду я продезинфицировала, перевязала. Она не очень серьезная, поэтому Женька завтра может идти в строй. Ну и хорошо. Женька мне тут по секрету рассказала, что влюбилась. В кого? Ну, в вас, и говорит, что ничего не может с этим поделать. Тестик. Тестик, как это влюбилась? А зачем? Что значит зачем? Влюбилась и все тут. Не понимаю. У меня никаких ответных чувств к ней нет. Да и откуда им взяться? У меня вон дочь. Да какая любовь? У меня жена там дома ждет. Ну, слушайте, ну, у Женьки чуть-чуть мозги набекрень. Может, вы с ней поговорили бы? Правда, неизвестно, что ей в голову придет. Вдруг? Ну, знаете ли, это уж... Ну-ка, нельзя. Это нехорошие пирожки. Сиди здесь, никуда не уходи. А бананы хорошие? Хорошие. Ну, что у вас было? А что, все работает? Я слово вымолвить не успела, он меня в охапку сгреб. Ну и сюда притащил. Да лучше бы он тебя в окно выкинул. Что? Девочки, к нему дочка приехала. Точно? Откуда ты знаешь? Да когда Бубенцова на хвосте принесла. Она из шкафа видела. Ну вот видишь, а ты там разлеглась, как гейша. Дочка-то она приехала и уедет, а нам отступать некуда. Позади Москва. Жень, может, деду позвонишь? Кому? Деду позвонишь. Ну прости. Вот соберите ваши пирожки, и чтоб я вас... Что значит? Товарищ подполковник, она только что заснула в общем. Я понял, понял, я разберусь. Так, а ну кыш, товарищ подполковник. Бегом. Дверь. Пришел как командир, к командиру, к подчиненному, ну, к курсанту. Да-да, вы присядьте, присядьте. Григорий Николаевич, я так переживаю за сегодняшнее происшествие, но, понимаете, вы мне так дороги, как начальник, как человек, как мужчина. Вы для меня как Вронский. Для Карениной. Толстого больше не читать. Чай с нами пить они брезгуют, пирожки отобрали. Не ровен час их девочка съест пирожок и начнет расти. А как вырастет, задаст вопрос, откуда эти самые пирожки взялись. Может быть, поэтому папочка с мухой решил не разговаривать. Так вот, мистер Белый Кроль, передайте ему при встрече, что его девочка будет здесь до самого 23 февраля, когда его генерал сам домой отпустит.
Ну а как же учеба? Что вопрос с учителями, она уже решила по телефону. Ведь Муха уже учится по программе следующего класса. Так что, дорогой мой папочка, я остаюсь. Ну ж, дудки. Заяц, ты меня слышишь? Завтра папочка отвезет свою девочку в аэропорт и посадит на самолет и отправит к Наташе. Так можешь ей и передать. Не волнуйтесь, мистер Белый Кролик. Этого уж никак не может случиться. Ведь тогда Муха расскажет тете Наташе про бабье царство, в котором ее папочка обосновался. А это ему совсем не надо, вы уж поверьте. Так что пока Муха тут, она будет присматривать за папочкой, и это останется их маленькой семейной тайной. Окей? Заяц, ну это же... Это же шан... Антон, у меня к тебе необычная просьба. Не мог бы ты за курсантом Федотовой приударить? Приударить? Ну, поухаживать, так сказать. Зачем тебе это надо? Понимаешь, совсем у нее крыша съехала. Творит, что не попадя. Напридумывала, ну, неважно. Боюсь, как бы ничего с собой не сделала. А где она сейчас, в части? Да, в лазарете. Говорит, ногу ошпарила. Может, я тебя как доктора представлю ей, а? Да какой из меня доктор? Ну, ты же нас поил там отварами, всякими чаями. Будешь доктор нетрадиционной медицины. Ну, вообще, Жень, хорошенькая. Вот, хорошенькая. Вот и флаг тебе в руки, вот и действуй. А ты уши закрой. Лежите, курсант Федотова. Вот, доктор. Доктор Стельников. Антон, как тебя? Антон. Антон. Такой же доктор. Это фермер. Брат старшего прапорщика Ляли. Простите, вас как? Женя? Евгения. Евгения. Понимаете, я по первому образованию врач-иммунолог. Учился в Москве. Сейчас... Занимается нетрадиционной медициной. Да? Да. Ну, знаете, там, травы, примочки... Пиявки. Шарлатан. Доктор любезно согласился за вами поухаживать. Надеюсь, вы не будете возражать. Знаете, я люблю, когда за мной ухаживают. А я надеюсь, у вас это серьезно? Не как у всех. В каком смысле? В каком смысле? Ну, вскружьте девушке голову, получите свое и все, прости-прощай. В медицинском смысле поухаживать. Надеюсь, до завтра вы поставите больную на ноги, не буду вам мешать. Товарищ подполковник... Ну, рассказывайте, на что жалуетесь. Жалуйтесь на что? А нога болит. А, нога. Так, раньше травмы были? Были. Душевные. Но вы знаете, так до сих пор никто и не вылечил. Может быть, вы мне поможете? Может быть, поможем. Здесь болит? Нет. Здесь болит? Нет. Нет? Нет, но это же у меня здоровая нога. А что же вы мне здоровую ногу даете? Да кто вам ее дает, вы сами берете. Давайте посмотрим больную. Нет, 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 но у меня же это сейчас намного красивее. Так, мы будем смотреть больную ногу или нет? Вы мне вот что лучше скажите. Как мужчина, как заставить другого мужчину обратить на себя внимание? Это вы намекаете насчет подполковника Власова? Только я здесь не советчик. Тогда как врач скажите, почему он на меня внимание не обращает? Может быть, это с ним что-то не так? Может быть, вы просто ему не нравитесь? Как-то не нравлюсь. Всем нравлюсь, а ему нет? Ну вот тебе нравлюсь? Мне? Ну что, вам еще раз ногу показать? Генералу Лазареву. Ма.
маршалу Федотову. Вот вам мазь от ожогов. Будете мазать свою некрасивую ногу. Так, ну, а мы с вами сейчас попьем чайку с вареньецем. Когда ухаживать начнете? А я чего делаю? А кто так ухаживает? Без театра, без кино. Ну, раз взялись за девушкой ухаживать, так ухаживайте. Так, свежий воздух вам просто необходим. А то лежите в лазарете безвылазно. Оп. Так, а мы сейчас с вами покатаемся. Ненадолго ко мне на фирму съездим. Так сказать, в честь дня всех влюбленных. А что, доктор, как скажете, я же вас ни разу еще не ослушалась. Окрасился месяц багрянцем, и волны бушуют у скал. Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал. Ну, хоть номер этой воинской части вы знаете? Я тут первый раз. Мужу решила сюрприз сделать на День Святого Валентина. Иной раз такие сюрпризы боком выходят. А род войск какой? Учебка. Элитная для связистов. А, так бы сразу и сказали. Купить помаду. Да, войдите. Товарищ подполковник, срочная телефонограмма из генштаба. К нам едет... Кто? Ревизор? Нет, дедушка. Какой еще дедушка? Дедушка нашей Женьки. Простите, дед курсанта Федотовой Евгении Викторовны. Что? Тот самый маршал Федотов? Так точно, маршал Федотов. Так, срочно Кузина ко мне. 19:00 всеобщее построение личного состава. Самой Женьки тут-то нету. Что значит тут-то нету? Она покинула расположение части по вашему приказу. По какому такому моему приказу? В лечебных целях они с товарищем фермером-доктором покинули лазарет и отправились в санях на романтическую прогулку. Я сейчас этому доктору клизму на 8 литров с патефонными иголками! А ферма жива? Ну что, по 5 капель клюквенной настойки для сугрева и для витаминизации, так сказать, чисто в медицинских целях. А доктор не повредит? Не помешает. Ну, тогда на брудершафт. Подожди. Ну, как самочувствие?
нельзя было. Есть еще женщины в русских селениях. Есть. Алло, какое такси? Какая женщина? Что говорит жена подполковника Власова? Пропустите, сейчас буду. Прямо до конца и направо. Подполковник Власов в лазарете. Как в лазарете? Палата номер 7. Курсант Федотова! Ну-ка встать! Берем! Григорий Николаевич, ну а куда вы меня теперь? На выход! Дверь! Осторожно, тут очень скользко! Ай! Да. Это уж совсем перебор, доктор. Фермер. Вы же сами меня просили, Григорий Николаевич. Сейчас, живо. Окно. Женя. Женечка, не плачь. Я сейчас приеду. Мария Ивановна, что сырость-то развела? Вот скользнется кто-нибудь. Да я говорю, завтра приходи. Мне кажется, я на твоей говорю. Да ты что, вот. Слав, ты так и будешь здесь сидеть? Так и буду, Валечка. Ну, вернутся они с Женькой, что ты им скажешь? Простите, а где я могу найти полковника Власова? Мы сами его ждем. А вы ему кто? Да никто. Любовь, любовь, я служба. Вот так. Ну, здравствуй, Власов. Здрасте. Здрасте. Не надорвешься? Это курсант. Курсантка. Больной, это шеф Федотова. Женя. А, ну правильно. Славу и Валю я уже видела. Только что-то усы я твои никак разглядеть не могу, Власов. А, Григорий Николаевич, без них ведь гораздо лучше. Так. Я в курсе. Так. Ты ничего только такого не подумай. Да, вы только ничего не подумайте. Товарищ подполковник Женю на прогулку возил. А то, видите, она не может, она лежачая. А то ее, а так, курсант Базотова и Шварц, транспортируйте свою подругу в палату. Ну-ка. Надоел мне в этой палате. Я лучше сама домой пойду. До свидания. Власов, а курсант Федотова, она, видимо, лежащая только в твоем присутствии, да? Нет, я... Я надеюсь, муха ничего не знает. О чем не знает? Знать-то нечего. Подожди, Наташа, я вот... Смотри! Подожди! Наташа! Да погоди ты, ну! Наташа! Я ни при чем! Мне генерал приказал! Что он тебе приказал, Власов? Да. Меня бросить приказал? Ее на руках таскать приказал? Да. Усы ради нее сбрить приказал, а, Власов? Да пойми ты, она маршальская внучка. А я тебе кто, Власов? Я кто? Как кто? Ты моя жена. Понятно? Вот, я предлагаю тебе руку и сердце. Вот, выходи за меня замуж. Это приказ. Вале, Славе и Жене будешь приказывать, товарищ подполковник.
Какой Славик, какой Валя, какой Женя? Слава, Валя, Женя. Слава, Валя, Женя. Что? Наташа. Очнулись? Будь моей женой. Ты согласна? Да согласна она, согласна. Товарищ подполковник, вам сейчас волноваться нельзя. Фермер, ты что ли? Я? Фермер, ты не мог бы за ней приударить, а? Приударим. И за Женькой приударим. За всеми приударим. О, я уж я-то тебе за это. Патефонных иголок. А я вам компрессик и настоечки налью. Буцефал, ты полегче, полегче, не на прогулке. Буцефал, а где курсант Федотова? Буцефал! Так я ж вам и рассказываю. Вы когда Женьку в часть увезли, мы с Буцефалом за вами поехали. Прискакали мы в лазарет, смотрим, ее там нет. А вы без сознания валяетесь. Ну, мы с Буцефалом вас в сани посадили, и вот. На ферму едем! Давно я тебя поджидал. Почему мы добились? Хорошему человеку жизнь сломали, семью разрушили. Да-да. Time to tea, ladies. Шоколад? В это время дня? Ну-ну. А мы, пожалуй, выпьем чаю и побеседуем. У меня есть прекрасная тема. Все мужики – сволочи. Ну что, очнулись, товарищ подполковник? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну что, очнулись, товарищ подполковник? Где я? У меня дома. А как я здесь очутился? Что, совсем ничего не помните? Совсем. Только голова кружится и копчик болит. Мы целовались. Что вы делали? Мы целовались с Женькой. С Федотовой. С курсантом Федотовой. Фу ты, ну ты. Потом вы ее повезли в часть, а там ваша жена приехала. Какая жена? Наташа! Точно, я вспомнил! Наташа! Федотова, ну сейчас она у меня получит. Сейчас я ей всыплю. Если ты ее хоть раз тронешь! Если ты тронешь, то тебе уже тронешь! Ты что вообще, ошалел что ли? Вообще ку-ку! Фермер! Доктор! Ты что, влюбился, что ли? Ну ты даешь, паря. Что ты только в ней нашел? Это же не девка, а одна головная боль. Ой. Или у тебя не чисто постельный интерес? Да? Давно в лоб не получал? Давно. Любился, значит. Дошло. Дошло. Может быть, они действительно умнее, чем мы, женщины? Мой папа однажды обнаружил заговор, устроенный против него одной недалекой и самоуверенной девицы. И знаете, что он сделал? Он ей страшно отомстил. Ее же методами. Вызвал отец в часть самого знаменитого красавца и Дон Жуана. И как бы невзначай, поспорил с ним, что не удастся тому влюбить в себя, а затем унизить и посмеяться над гордой, невинной, но все-таки довольно глуповатой девицей. А тому что?
Из-за него девушки топились и травились десятками, нет, сотнями. Ты врешь. Вру, конечно, насчет сотен. Так что это и теперь одна дорога, руки на себя наложить. Они поспорили. Поспорили, говорю. Жень, а маска? Спасибо за беседу, за чай. Все было очень вкусно. Подполковник Власов у себя? Никак нет. Уехал к Антону Стрельникову на фермерское хозяйство. Это там, где мы с маршалом в бане парились? Так точно. Внучка маршала туда сбежала. Женька, оставаться здесь, быть на телефоне. Ждать моих указаний. Ты хоть понимаешь, если дед узнает, он тебе все поотрывает. Без суда и следствия. И меня еще под трибунал. Это ты ничего не понимаешь, Григорий Николаевич. Она же так защищается. Ее просто никто никогда не любил по-настоящему. Курсанта Федотова? Женю. Женечку. Знаешь, она какая? Знаю. Пиранья. Ну все, все, все. Ее хочется взять вот в ладони и согреть, понимаешь? Знаешь, она какая красивая. Беззащитная. Антон! Жень! Жень! Значит, поспорим на меня с этим мухосранским Казановой, да? Я сказала. Вообще ты меня, тебя никак не тронула. Вообще не с тобой было никак. А вы, товарищ подполковник, еще пожалеете, что вообще служить пошли. Да я... Я все деду расскажу. Да я... Ее надо догнать. Это не пиранья. Это стая белых акул. Маленьких. Беззащитных. Ее надо догнать. Она разобьется. Ты на Буцефале? На эти Тойота. Ничего. Что ж за денек сегодня такой? Это же генерал. Курсант Федотова где, я спрашиваю? Уехала. А, это значит, она меня на джипе чуть не сбила. Никак нет, товарищ генерал. Она уехала на снегоходе. Что у вас здесь вообще происходит? Ой, товарищ генерал, просто так и не объяснить. Мы с Женькой поссорились. Она пошла сюда пешком, часть. Я на машине поехал. Когда сюда приехал, ее здесь нету. Я когда к вам ехал, я по дороге ее не видел. Значит, она через лес пошла. Срочно выделите мне роту солдат и вездеход. Угу. А парабеллум тебе не надо? Не было у меня такого приказа тебе технику давать. Да что же вы все приказов-то ждете? Иногда нужно проявлять инициативу. Инициативу? Ефрейтор! Я! Проводи товарища доктора фермера ДКПП и за пределы части. Вот вам моя инициатива. А вот вам моя инициатива. Иди. Повязали твоего Стрельникова. Но Кузин говорит, что в части курсанта Федотовой нет. Где она? Может, она через лес рванула? Разрешите отправиться на поиски, товарищ генерал. Машина-то по лесу не пройдет. А я на лыжах. У Антона есть лыжи. Посмотри у него вторую пару. Пойдем вместе. Вам-то зачем, товарищ генерал?
Я один ее найду и привезу. К приезду маршала все будет в полном ажуре. Подполковник Власов. Григорий, пойдем вместе. Русана Федотова не только маршальская внучка, но еще и генеральская дочка. Чья дочка? Моя, 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 моя. Я в свое время поменял фамилию, чтоб на службе не быть генеральским сынком. Поэтому с маршалом Федотовым у нас разные фамилии. А Женька, когда мы ее с батей решили в армию запихнуть, тоже попросила взять фамилию деда, чтоб тоже не считали ее на службе генеральской дочкой. Думала, что с маршалом Федотовым ее никто не свяжет. А видишь, вот как получилось? Да, прям как в кино. О, снегоход. А где же Женя? Дочка-то где она? Снегоход-то разбит. Да. Женя! Так. Женечка! Три красные ракеты. Пустите вы! Товарищ майор, над лесом зажглись три красные ракеты. Мы сами видели. Прикажите, пожалуйста, отправить туда вездеход. Таких приказаний не было. Было приказано сидеть и ждать указаний. Вы мне должны еще одно желание. Хочу вездеход. Ефрейтор, очисти помещение. Что куда значит? На губу, как и фермера. Не хочу на губу. Будем считать это твоим желанием. Товарищ майор, да вы что? Занимайтесь. Товарищ майор! Да, идите. Женя! Женечка! Доченька моя! Куда же ты, девочка моя? Женя! 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 Что ж делал? Что с вами? Женя! Папка! Папка! Папка, что с тобой, миленький? Женечка! Женька пропала! Укатила к фермеру и пропала! Позвоните туда! Да звони, мне отвечают! Мы три красных ракеты видели, надо на помощь к ним идти, а Кузин вездеход не дает. Девчонки, а может, кто-нибудь дорогу знает? Мы знаем! Я с вами! Сейчас. Хорошо, мы сейчас. Муха, можно тебя на секундочку? Я ведь никогда тебя ни о чем не просила, правда? Оставайся, пожалуйста, сейчас здесь. А я потом любое твое желание выполню. Любое? Просто верни мне папу. Товарищ генерал, держитесь. Вот. Отдохнем сейчас. Вот так. Вот сюда. Вот, отдохнем. А где Женя? Женя! Женя! Папка, миленький, я здесь. А, Женечка. Доченька. Дедушка твой приезжает. Ты уж с ним поласкай. Это снаружи он. Такой бравый. А моторчик-то уже не тот. Папка миленький, только не переживай. И прости меня, дуру. Я вас очень, очень люблю. И мы тебя, Женечка, тоже очень любим. Григорий Николаевич, папку срочно к доктору надо. Так, до части не дотащим. А до фермы рукой подать. Так, вы же там связь наладили. Ведь наладили? Связь, так точно. Конечно. Ой.
Ничего, ничего. Все хорошо. Все счастливые семьи. Счастливы одинаково. Все, мы готовы? Так. Лель, присмотри за мухой, ладно? Муха, присмотри за Лялей. Все, пошли. Давайте. А, шарф, подождите. Сейчас. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, тихо. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья... Несчастлива по-своему. Это Женя! Да? Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. СОС! СОС, давай! Какая да. семья? Ну, каждая СОС, передавай! Несчастливая ну. семья. Самолет! Олово, самолет! Самолет! Олово, самолет! Самолет хорошо, а Толстой еще лучше. Услышат, вышлют подмогу, найдут нас по проводам. Какая разница, услышат, не услышат? Ты что, не видишь? У товарища генерала моторчик может заглохнуть, не ровен час. До фермы весело, с песней, задорно. Марш! Степь да степь кругом, а путь далек лежит, а в той степи глухой. Замерзал ямщик, эх! И товарищ мой, а не попомни, а зла. Сиди глухой, схорони меня. Схорони меня. Папка, ну что вы такое поете? По дому гуляет, по дому гуляет, по дому гуляет. Холодно. Тихо, 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 тихо. Поет кто-то. Не, ну так противно, может петь только Власов. Стопудово. Каруза. За мной! Не плачь, дорогая, не плачь, дорогая, не плачь, дорогая, слез горьких не бей. Папка! Папка! Наташа! Власов. Наташа! Власов. Ну что у вас случилось? Вот. Сердце у генерала Папа, прихватил. Ну хоть я тебе еще спою. Виктор Игнатьевич, что с вами? Что? Наташа, извини меня, старого дурака. Это я во всем виноват. Нет, я виновата. Да ну что вы? Ко мне! И дочку мою непутевую тоже прости. Ну а Григорий, надеюсь, сам у тебя попросит прощения. Попросит. Ну что, папка, я тоже сама попрошу. Наташа, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Власов! Мир труд. Ну что ты стоишь? Командуй! Курсант! Курсант, ты на ферму! Да, вот чего ты, этот пламенный мотор, ты... Ничего, починим, попкаем. Пойдем. Муха! Вай, подержи! Антон! Женя! Женя! Муха! Отставить! Доченька! Отставить, я сказал! Господи, наконец-то мы все вместе! Ну-ка, отставить! Кругом? Что значит кругом? Ты, знаешь, папкой будешь своим командовать. А я и не командую, я желание загадываю. Какое желание? Сейчас, я думаю, самое время. Шахматный долг, долг чести. Кругом. Наташа, Влас, помолчи, а. Наташа, закрой глаза. Муха. Закрывай. Закрывай. Отставить. Папка, да. А это Антон, мой жених. Антон, это мой папа. Здрасте. Товарищ генерал, прошу у вас руки вашей дочери. Да. А все остальное, я смотрю, ты уже загробастил, да?
Женька, доченька, неужели ты угомонилась, а? Ты же раньше о женитьбе даже слышать не хотела. Мы же с дедом думали, ты в армии жениха себе найдешь. А что ему теперь в армию со своей фермой идти? Так это, я вроде так все для армии. Да не говори глупости, мне и так дома начальников хватает. Ну дайте мне уже покомандовать, а? Я наконец поняла. Армия – это мое. Ага, поняла она. А деду что я скажу? Ну а что, я ж тебя не боюсь. И ты своего папку не бойся. Не бойтесь, товарищ генерал. Так, а я и не боюсь. Особенно так, самую малость. В армии без этого нельзя. Эй, женитесь, я прикрою, если что. Господи, да не... Держи, попробуй еще раз. Давай, сейчас самое время. Это я тебе, как женщина, говорю. Открывай. Наташа, будь моей... Мама, надевай, пока мы не передумали. Да уж. Ба-бам! Торжественному маршу на одного линейного дистанции знаменный взвод прямо, остальные направо. Шагом! Сына, которых наш? С флажком, бать. Хорошенькая. О, мое, мое сердечко стонет, как осенний лист. Поете? Ничего. Вы у меня скоро запляшете. Девочки. Осенний лист дрожит.